Как вы помните, решение ехать в Мали было непростым. Можно сказать, даже судьба давала нам повод сомневаться по поводу нашего маршрута, закрытым на праздники посольством Мали в Мавритании. С визой в Мали сегодня ничего не получилось, потому что выходной, поэтому иду получить страховку. Вот в такие моменты, когда что-то не получается по плану, вот, например, визу не получили, возникает вопрос, это, можно сказать, не судьба, или нужно все-таки пытаться и добиваться этого дальше? И тяжело сказать, правда, вот стоит ждать до понедельника и получать визу, или значит нам в Мали вообще не стоит ехать, потому что, мне кажется, в Африке много чего не будет получаться с первого раза, и если следовать тому, что вот просто не судьба, то можно никуда и не уехать, в общем-то. Но мы не сдавались. Визу получили в Сенегале, и вот, наконец-то, пробравшись через бездорожье Гвинеи, пересекли границу. Откровенно говоря, мы ожидали увидеть разруху. Но страна встретила нас отличными дорогами и красотой природы прямо с порога. Наша первая и единственная цель была столица. Мы рассчитывали получить визу в Буркина-Фасо и Бенин, а также немного передохнуть. Очень уж напряженная была езда последнюю неделю. Конечно же, и для того, и для другого нам нужны были наличные деньги. В большинстве случаев выгоднее всего наличность в Африке добывать из банкомата. Но тут нас ждал сюрприз. Во-первых, карточки MasterCard банкоматы практически нигде не принимали. А во-вторых, до тех самых банкоматов даже дорогу перейти оказалось ох как непросто. Нравы водителей в Бамако даже похлеще, чем во вьетнамском Хо Ши Мин Сити. Дорожное движение просто невероятно. И просто идти, надеяться, что тебя пропустят, как в Азии, это не вариант. Визу в Буркина-Фасо мы сделали за день. А вот в посольстве Бенина визы выдавать перестали. Вместо этого отправили нас в интернет. Теперь в Бенин электронная виза. Вот такая неожиданная автоматизация. Дальше мы принялись за отдых. Благо, в Бамако находится легендарный кемпинг Sleeping Camel. Это место сбор экспатов столицы и неплохая возможность познакомиться с активными местными жителями. Сюда заходят на ужин и много военных, так что мы могли узнать о безопасности в стране от первоисточника. На кемпинге нам повезло встретить австрийского солдата, который, оказывается, тоже оверлендер. Да не просто на джипе, а на целом автобусе. Да-да, у него собственный автобус «Неоплан», оборудованный под дом на колесах. Парню всего 24 года, и в армии он просто зарабатывает деньги в горячих точках. На своем автобусе он уже успел побывать даже в Украине. Узнав о некоторых наших проблемах с протекающим шлангом, на следующий день он принес нам клей для ремонта из запасов НАТО. Вот такие бывают случайные встречи. Отдохнуть и набраться сил, конечно, хорошо. Но сидеть за забором из колючей проволоки быстро надоедает. Тем более приближались выборы, а это в Африке редко бывает спокойным временем. Так что снова пора в путь. В этот раз на восток, в Буркина-Фасо. Наш рекорд. 4 дня мы провели на кемпинге в одном месте, в столице Мали, городе Бамако. Мы здесь оформили визу в Буркина-Фасо и просто отдохнули, посмотрели чемпионат мира по футболу. Будем направляться дальше. К сожалению, много Мали мы не сможем посмотреть, потому что ситуация в стране сложная, на севере опасно, джихадисты, террористы и так далее, туда дорога закрыта. Можем лишь немножко посмотреть юг. Даже в Бамако вся эта обстановка и колючая проволока сверху в несколько рядов на заборах намекает, что и здесь люди находятся в ожидании чего-то. Через 2 недели здесь будут выборы, и, наверное, без беспорядков тоже не обойдется. Поэтому я рад, что у нас был шанс все-таки посетить эту страну, как бы не было, посмотреть, потому что что будет дальше, неизвестно.
Ночевка в дикую, особенно в такой стране, как Мали, это страшно. Последний раз самостоятельно вдали от людей мы ночевали в Марокко. Дальше нам некоторое время составляли компанию Overlander из Британии. И вот ночь застала нас в дороге, и мы все-таки решились переночевать в неведомом месте посреди природы. Утром мы точно не пожалели о сделанном выборе. Рассвет нас встретил не только пением птиц, а и безумно красивыми водопадами, прямо в нескольких метрах от нас. Конечно, дикая ночевка – это страшно. Ты не знаешь, что там, не знаешь, как ситуация. Но мне кажется, нужно сделать просто это впервые, чтобы перестать бояться. Я думаю, после сегодняшнего дня нам уже будет проще, хоть мы и в Мали. Если бы эта красота природы находилась где-то в Европе, это 100% был бы известный туристический объект. О каких туристических достопримечательностях Мали вы вообще слышали? Вот так вдвойне приятно обнаруживать что-то неожиданное на своем пути. А сколько еще сюрпризов ждет нас по дороге? Мы не удержались и запустили дрон поснимать всю эту красоту. Станет боярам.